Всем привет! Сегодня будем учиться делать оригами тюльпанчик, который отлично дополнит ваш подарок к 8 марта. К тому же, если он будет сделан своими руками, это будет вдвойне приятно. Для работы нам понадобится бумага. Я советую использовать цветную бумагу для оригами, потому что она уже изначально квадратная. Ее не нужно подгонять по форме квадрата, как обычную цветную бумагу. И она имеет ту самую оптимальную плотность, работать с которой комфортно. Ну что ж, давайте возьмем один листочек из этого набора и приступим к работе. Итак, для начала нам нужно наметить с вами линии сгиба. Мы берем бумагу и уголочки по диагонали складываем, линии хорошенечко проглаживаем. Разворачиваем листик. И то же самое делаем со второй стороны. Складываем уголочек к уголку по диагонали и стороны хорошенечко проглаживаем. Далее мы разворачиваем листик. Вот у нас линии получаются. Дальше мы должны сложить вот эти две стороны вовнутрь. И получится у нас такой вот двойной треугольничек. Уголочек хорошенечко подправляем. Треугольник получаем. Далее нам нужно, у нас он, видите, вот здесь двойной, уголочки с каждой из сторон согнуть к центру, к центральному вот этому верхнему уголку. Стороны также нужно хорошенечко прогладить линии нашего сгиба. Проглаживаем, поворачиваем и то же самое делаем с другой стороны. Сложили. Далее заготовочку нашу, как книжечку, перелистываем, чтобы на вот центральной нашей стороне, которая смотрит на нас, не было вот этих вот разрывов. Далее мы берем два крайних уголка и заправляем аккуратненько один другой. Желательно сделать так, чтобы по центру у нас они ровненько сходились. Линии также хорошенечко проглаживаем. Переворачиваем. И аналогичным образом складываем вторую заготовку, вторые пары уголочков. Бумага оригами очень плотная, и чем хороша, тем, что у нас уголочки наши будут держать свою форму, так же, как и лепестки. Здесь получится немножко не одинаково, потому что у нас одна из сторон идет нахлёст другой. Далее мы расправляем нашу заготовочку. Здесь вот у нас в центре образовалась маленькая дырочка. Сейчас мы с вами должны в нее подуть. Надули мы нашу заготовку. Теперь дело за малым. Сделать так, чтобы наш тюльпан зацвел. Аккуратненько отгибаем лепесточки. И, собственно, бумага из оригами позволяет их зафиксировать сразу же. С цветной бумагой немножко не так, они норовят немножко отогнуться обратно. Вот такой цветочек у нас получился. Потратили мы с вами меньше 5 минут и сделали неплохой цветочек. В это отверстие можно вставить либо стебелек сделать из цветной бумаги, отрезать полоску и свернуть ее в трубочку, а кончики закрепить скотчем. Либо взять обычную икеевскую цветную соломинку, зелененькую, и вставить ее. Я для своих использовала икеевскую соломинку. Вот. Она просто продевается в отверстие, и получается хороший цветочек. Надеюсь, вам все понятно. Я, конечно, не профессионал, но я только учусь. Оригами освоила благодаря тому, что в детский садик нужна была поделка. Детский сад – двигатель прогресса. Ну, думаю, на этом
что он не остановится, и в ближайшем времени меня, ну и вас в том числе, ждут интересные открытия. До новых встреч, пока-пока!